Образец безупречного внешнего вида и строевой выправки. В Граце прошло торжественное открытие Нижегородской школы безопасности «Зорница». Участие в соревнованиях принимали 20 команд из разных районов и городских округов региона. У всех за плечами долгие тренировки, которые увенчались победой в дивизионных испытаниях. Готовились долгое время. Строевые подготовки проходили тоже очень долгое время. Все нужно отработать, чтобы все было идеально. То есть, чтобы занять первое место, нужно подготовиться как бы ко всему. У нас ребята, которые принимают участие, они не только показывают свою военную выправку, умение ходить строем. Это, конечно же, очень важно. Но, наверное, важнее уметь помочь другу, оказать помощь, взять на себя ответственность, знать свою историю, историю своей страны. И мне кажется, что наша игра «Зорница» ребятам помогает в этом. Торжественным маршем, четко чеканя шаг, ребята прошли по главной площади Граца, тем самым задав тон трехдневному военно-спортивному марафону. Основные испытания проходили в оздоровительном центре «Салют». Его живописная природа и хорошая материально-техническая база привлекла организаторов соревнований еще в прошлом году. В этом решили традиции не изменять. А детский лагерь, в свою очередь, вновь радушно распахнул свои двери для юнармейцев. Насыщенная программа соревнований не давала ребятам скучать. А в конкурсных испытаниях, в числе которых стрельба, плавание, пожарная эстафета, рукопашный бой, подтягивание, девчонки и мальчишки выкладывались по полной. Ну, планку я себе ставил за тридцатник, но давно, наверное, не занимался. Но, в принципе, я доволен, так как я давно так особо не подтягивался. Но, в принципе, я думаю, я хорошо сегодня справился со своим заданием, как и девчонки, и мальчишки, которые со мной в группе. Пожалуй, самым зрелищным стал конкурс «Военная подготовка». Строевая выправка юных патриотов не оставляла сомнений в их серьезном настрое на борьбу, а военная форма придавала ребятам особенно торжественный вид. С одной стороны, если честно, это очень интересно. Все такие девочки думают то, что нет, это слишком тяжело, скучно. Но на самом деле это интересно. Да и плюс настанет, возможно, такой момент, когда будет нехватка мужчин, и придется девушкам тоже вставать на счет Родины. Уровень подготовки очень высокий. Ну, расхождение при подведении итогов мест, зачетов и конкурсов, а их всего 16, ну, с разницей в 1-2 очка. Поэтому можно сказать, что, в общем-то, работа, которая была проведена в системе образования по подготовке отрядов зорничников, принесла свой результат и оценивается достаточно высоко. Победители игры «Зорница» в младшей, средней и старшей возрастных группах определились по сумме баллов, набранных за выполнение каждого этапа испытаний. Ими стали ребята из Сосновской школы, школы номер 81 Сормовского района и Нижегородского политехнического колледжа. Они и будут представлять Нижегородскую область на всероссийских соревнованиях.